Океан, который окружает наш мир, хранит множество тайн в своих глубинах. Он играет важную роль в жизни каждого из нас, потому что влияет на формирование климата и определяет состояние планеты. Океан – богатейший источник пищи и минералов. Он поддерживал жизнь на Земле в течение многих веков. Но для всех нас, живущих на суше, его глубины таят нечто большее – секрет здоровья и долголетия. На протяжении тысячелетий океан создавал слой за слоем коралловый песок, насыщенный минералами. Когда коралл в ходе естественного цикла жизни умирает, он в конечном счете откладывается на морском дне, где накапливается в течение многих столетий, обогащенный полезными свойствами для того, чтобы стать настоящим подарком человечеству. Коралловым реликтовым песком. В кристально-прозрачных водах вдоль архипелага Нансей тянется полоса островов, самый большой из которых – Окинава. Преисполненные буйством невообразимых красок, эти острова представляют собой древние коралловые рифы, образовавшие со временем крупный массив суши, наполненный бесконечным множеством видов морской жизни. В ходе исследований было выявлено, что жители Окинавы не только живут дольше всех в мире, возраст многих составляет от 80 до 115 лет, но и имеют очень низкий уровень заболеваемости. Много ученых и врачей приезжали сюда для изучения тайны здоровья и долголетия островитян. Они обнаружили, что главный секрет имеет отношение к воде, которую пьют жители острова. После почти двух десятилетий наблюдений было обнаружено, что даже небольшое количество коралла с Окинавы, добавленного в питьевую воду, оказывает превосходное воздействие на организм человека. Теперь же такая вода доступна всем. Минеральная композиция Coral Mine, которая производится по заказу Coral Club International, уже завоевала признание тысяч и тысяч людей по всему миру. Производство Coral Mine находится в Японии. Здесь коралловый песок очищается, высушивается и перерабатывается по специальной технологии. Coral Mine фасуется в удобный однограммовый пакет, который можно добавить к 1,5 литрам питьевой воды. Полученная в результате коралловая вода способствует восстановлению кислотно-щелочного и минерального баланса организма. Помогает вести энергичный, активный образ жизни. На сегодняшний день люди из многих стран открыли для себя его благотворные свойства. Существует древняя японская легенда, которая гласит: «С моря Окинавы прибудет сокровище, которое благословит людей всего мира». Вода, обогащенная Coral Mine, уважительно именуемая «молоком океана», может быть именно тем, что ищет ваш организм.